Здравствуйте. В прошедшую пятницу, 26 июля, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25% годовых, что не стало сюрпризом для рынка и не вызвало сильных движений в паре доллар-рубль. Сейчас на фоне разворота мировых регуляторов в сторону мягкой денежно-кредитной политики наш Центробанк вполне может себе позволить снизить ключевую процентную ставку и на большую величину. Однако, как верно заметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, снижение ставки не станет стимулом роста российской экономики. На наш взгляд, у имеющейся экономической модели сейчас есть две основные проблемы. Это чрезмерно девальвированный рубль и высокая зависимость экономики от стоимости сырья. Ко всему прочему, снижение ключевой процентной ставки вряд ли сильно отразится на ставках по кредитам, а вот ставки по вкладам, напротив, могут снизиться. Что касается курса рубля, то ожидаемое аналогичное решение американского Федрезерва по поводу снижения ставки, которое может быть принято уже в эту среду, по-прежнему оставит спред между доходностью российских ОФЗ и десятилетними казначейскими облигациями США на весьма привлекательном уровне, что будет способствовать притоку иностранных денег в российский долг и оказывать поддержку национальной валюте, которая, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе будет торговаться в рамках диапазона 62,5-63,5 по отношению к доллару. Спонсор экономического блока – акционерное общество «Финам». «Финам» – инвестируйте грамотно. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой.